Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал India Magic TV. Меня зовут Олег. Сегодня 123-й фильм индийского блога. Мы в городе Харидваре. Сегодня юбилейный выпуск, потому что у одной из моих попутчиц, у Галины, сегодня день рождения. Ну, шоколад там, я не... Вот это вот шоколадом залито или чем? Или глазурь, глазурь какая-то? Чоколад. Чоколад. А this? Black Forest. Black Forest. Выбираем торт. Это, да, это три вот таких. Выбираем торт для Галины. Для Галины, да. Да. Вот, смайлик прикольный, конечно. Мне вот нравится смайл. Думаем, что брать. Мне нравится смайл. Ну давай возьмем смайл. Шоколад тоже хорошо. Ну, два это много. Мне нравится вот этот Black Forest, мне нравится. Мне нравится смайл, и этот мне нравится. Но этот какой-то... темноватый, да. Темноватый. Но мне вот этот тоже нравится. Ты что, смотри, тоже есть шоколад. Давай возьмем вот этот веселый. Веселый, да? Да. How much this? 200 рублей всего. Maybe. Мне так нравится, что мы... прям вот это все, Оксана молодец, своими волшебными ручками приготовила такую прелесть. Классно. Да. Вообще классно. И что мы здесь в Харидваре, несмотря ни на что, что нет ни тарелок, никаких подсобных инструментов, Оксана молодец сделала. Вчера предварительно мы фрукты взяли вообще. Все купили. Классно. Вот у нас и вот мы сидим тут с чемоданами на всем, на всем. Фруктовыми. Да. Тарелочками. Вот. Да, Олег тоже снимает, и я снимаю вообще. Классно. Ура! Ура! День мы рождения, день рождения удался. Да. Ура! Мы в Харидваре празднуем день рождения Галины. Всех да, приглашаем. Да. На наш ты сюда смотри салат. Тогда. Да. Благодарю. Приглашаем на всех на наш фруктовый салат. Ура! 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 Приятного аппетита! Да, супер! Ну все. Все, это самое большее, что хотела в свой день рождения. И тебя еще ждет обмазывание тортом на канатной дороге. Супер! Так что мы будем все... Несмотря, я говорю, ни на что. Ни на что, да. Этот номер без окон. Да, без окон. Я его уже... Думаю, ну как склеп, точно утром просыпаюсь тут вообще. Уже на улице там жизнь шумит, а здесь... Красная лампочка есть. Может, этот красный лампа, инфралампа. Может быть, да. Вообще, с ложечкой еще. Так, сейчас я ручки помою. В общем, переночевали, и теперь сегодня у нас в 11 поезд. Дай бог в 11, чтобы он был. И вот уезжаем в Дели. Вот. И там день проведем и вечером уезжаем. Так что вот такие мы. Давай, к чалу. Да, и вот чалу. Выбрали такого. Чалу, чалу. Конечно, давай, ты сначала. Руку давай к ней. Романтика. Да, смотри. Боже мой. Вообще, это какая-то... Давай, заводи, пока у меня восторг. Да. Есть, да? Это вообще какая-то сказка. Я свой день рождения так встречаю. Теперь мы едем в какой-то кибитке. Совершенно потрясающий. Белая конь. Великолепный, смотрите-ка. И мы наблюдаем Харидвар. Прекрасный Харидвар. Потому что на рикшах так не посмотришь. А вот именно вот на этой... Брички, да. Да. Это как коляска. Коляска, да. Мы едем на коляску. Повоз. Сейчас повоз. Повоз восстановили, да. Сейчас мы направляемся к канатной дороге. Вау. Настроение отличное. У вас как? Все вместе. Олег.
Да. День рождения у Галины. Да-да-да. Мы едем в Польбоске, едем на храм, который находится в Новой Софии. Да. И едем теперь, видишь, вот. Экологически чистом транспорте. Наши лошади нам помогают добраться с одной точки до другой. Осторожненько, осторожненько. Да. Мы идем на канатную дорогу. У нас перевезли переулок. Торговых лавочек интересно. Какой-то переулок, в общем, в такой. Какой переулок? Торговый переулок. Да. Все торговые. Да, все торговые переулки. Каждый переулок похож. Но мы уже ориентируемся. Интуитивно, видимо, мы уже понимаем, куда нам. Но у нас ориентир один, это Ганга. Ну вот, поэтому... А второй ориентир – это гора там. Это гора, да. На железной дороге. Где храм. А интересно у нее такое лицо вообще. Глаза. Глаза на выкате. Тигр. Лев. А вот и билетная касса, да? А что-то закрыто, что? А, нет, открыто. А мне, может, на какой-нибудь закрыли на обслуживание. Ну да, они их на обслуживание. Наверное, на так обслуживание. Не работает. То есть народу, может, нет? Ну, да, да нет, на обслуживание они закрыли. Она всегда работает. Ну надо починить же, может, что-то. Потому что опасная штука, на самом деле. Как бы, ну, да. Если что-то сломается, то... Мы решили подняться на гору. Пешком. Пешком. Так как канатная дорога не работает, у нас просто нет выбора, а желание есть. Да. Это вот так все 2 километра, наверное, будет лестница, да? Это так будет, наверное. Ну что ж, еще пока не передумали возвращаться. Это круто очень. Это круто. 2 километра, это покажется нам как, ну, как 8 километров. У нас есть проводники. Тут не 2 километра, конечно. Это они, индусы что-то. Откуда здесь 2 километра? Не будет, да? Нет, конечно. Канатная дорога заезжает. Доезжает за минут за 5. Мы решили начать свой путь. С чая. С чая. Да. Первая стоянка. Мы уже полпути прошли. Полпути прошли легко. Что может быть лучше чая? Масала ти, который готовят в горах. Может быть лучше только 2 масала чая, которые готовят в горах. 3. Три. Ну, в смысле, по 2. Тогда 6. Газовочка хорошая у нее. Ага. Все очень просто, да? Вообще, не заморачивается там. Сложными конструкциями поставили там. Это чай. И такой чай. Чефирявый. А я рекает, да? Чефир. Да. Ты сами с людьми? Ой, сладкий сыр. Ну, хватит сахара. Сейчас еще. Чайная церемония по-индийски. Есть у японцев там чайная церемония. Но тот чай я не понимаю, который пьют японцы на чайной церемонии. Там совсем... Там они что-то там... Ну и сам чай, он... Hello, hello. Hello. Сливают, да.
вообще. Он зеленый чай совсем, там какой-то другой. Я зеленый чай. Я зеленый чай не понимаю тоже особо. Понимаете зеленый чай? Красота. Чудесно. Такие чашечки, mm-hmm. прелесть. Вот настоящие кофейные чашечки, да? Mm-hmm. Из кафе. Хорошо, что не работает канатная дорога. Мы можем прогуляться. Да. Ну, даже если бы она работала, можно было бы прогуляться. Кто же мешает? Великое искушение. Искушение. Очень пешком. Можно туда, на канатной дороге, а назад пешком. Самый идеальный вариант. Да, вариаций много, да. Но здесь прекрасно. Здесь еще чай вот. А, к жизни лучше не... Жизнь-наркотик. Жизнь-наркотик лучше к ней не привыкать. Как ты не привяжешься? Врата. Это алоэ вера есть. А, это есть алоэ? Да, вот такая штука. Они какие-то плоские. Ну, они здесь какие-то. А, какие-то они... здесь они. Да, просто... Лес настоящий, тайга. Лес. Разноцветные в этих пинджабис. Этих я не пробовала. Это что? А, какие-то. Вишни. Что-то. Да? Типа шиповника какого-то. Да? Вроде. Можно попробовать? Не знаю. Но грязная, наверное. Да. У нас, Господи, здесь в Индии. Это может... Все, главное благословить с любовью. И все нормально. Может, попробуем. Это вишня местная? А вон она, красная штучка. Коточкой. Красная штука это. Вот это спелая считается. У нас в Ришикеше зеленая продавалась. Вроде тоже красная. А ну, непонятно, вишня но. Не вишня? Ну-ка. Намасте, сэр. Намасте. Вот оно, все, все в курс. Беспокоюсь за тебя, а то день рождения как пронесет. Не, ну мы все будем пробовать. Да не ват. Давайте, угощайтесь дарами Индии какой-нибудь. Да, поспели. Может, это облепиха? Яблочки. Это даже не знаю. Нет. Ну какой-то такой интересный. Большая индийская облепиха. Сколько мостов в Харидваре, да? Угу. Город мостов. Здесь такое место для пикника. Прямо такая беседка. Мы сейчас можем здесь сесть, да? И тортом обмазаться, да? Тортом обмазаться вообще. Мы посмотрим там наверху. Мы посмотрим, да, наверху выберем. Угу. И потом спустимся. Здесь вот можно поесть чего-нибудь, купить воды. Не пустовали, а просто стали вот рядышком. Пойдем, сдадим. Здесь негде потеряться. О, дерево какое, смотрите. Алло. Фенечки. This one, this. Ну, посмотрим лучше.
А вон камеры видеонаблюдения замаскированы. Вообще ужастики. Главное, у всех этих статуи в руках руки. Руки у всех в руках, руки у всех этих святых. Перекусить ничего не хотите, точно? Нет, ну вот вообще уже журчит, да, уже? Нет, ну, да, мы можем что-то маленькое съесть. Потом. А потом обед. Обед, ну ничего, ну пока дойдем туда, мы лучше спускаться, идти. Так что может и что-то такое маленькое, сейчас посмотрим. А что маленькое? Вот, вот такое вот. Это алютики? Алютики. Я возьму себе, вы посмотрите. Эк алютики, окей? Эк плей, эк плей. Ой, смотрите, что есть. Вот вам и перекус. Я уже заказала лютики. Тогда. Вкусная штука. Что, плохого? Нет, ничего плохого. Я имею в виду, что сыр. Может, я отходил. Может, я не знаю. Ну, видишь, мужчину загнали. Ну да. Вот. Просто я знаю, что если я бобовое поем, я потом ничего не смогу есть. А я хочу что-нибудь поесть. Это картошка, тут бобовок. Две штучки. Две бобовинки. Да, это картошка. Вот это, да? Это картошка. Это подготовка. Узкие столики, можно их просто много. Если широкий стол, то много не войдет. А узких столов больше войдет на маленькой территории, правильно? Очень выгодно такой столик. Да, что тут рассиживаться? Харихар Ашра. Он говорит, сейчас людей мало в этот сезон, поэтому закрывают каждый год на 5 дней на обслуживание. Но этот вот, у которого вы покупали эти мандалы, ну там точно вон на горе храм, туда, туда наверное, тоже канатка идет какая-то. Потому что так не заберешься. Там еще выше, мне кажется, чем здесь. Гитары. Вот берешь гитару со своим, с буквой, с которой начинается твое имя. Мне вот это что-то, да, сердце нам нравится. Да, джик как раз моя, бугалина. Это Рудракша, да, Дерек? Панди. Намасте. Вот Рудракша. О, это Рудракша. Вон они, эти плоды. Да, да, да. Да. Где-то. Это же косточка у его. Наверное, да. А может, это косточка Рудракша? Да, это же косточка. А это плод. А плод, косточка должна быть внутри плода. Это называется парикрама тоже. Да, это парикрама. Обход чего-нибудь, какого-нибудь святого места. Это всегда парикрама называется. Город или дерево, или храм. Ой, здесь, может, и вот они пищу принимают. Ну, понятно, что они здесь где-то едят. Вон там у них дайнинг-холл, видимо, столовая. Здесь вот шивалингам и красивые, с коброй. О, сидит этот бурундучок. Мало, да.
Это диван, на котором сидел гуру? Да. А это его сандалики. Прям еще раз скажи, пожалуйста, как он называется. Хари. Хари? Сейчас я смотрю еще. Хари что? Харихар. 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 Да. Можно я посижу рядом со слоником? Большой Нанди. А здесь есть еще маленький Нанди. И курма. Курма черепаха. Вот курма. Это Нанди и большой Нанди. Не, обмазываться мы здесь не будем. Будем? Почему? Ты что? А не, потом не я где буду там а все там это... вон есть. Есть, есть, есть. Он уже помазался. I'm birthday. Birthday. Окей, 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 окей. Я думаю, не понимаю. Присаживайтесь. Ой, вообще. Галиночка. Это надо заснять. Камеру. Да. Со стороны тоже на телефон. Мои друзья, организовали это все. Смайл. Да. Такой тортик со смайликом очень прелесть. Изумительный. Мы выбрали божественное место, чтобы именно вот здесь совершить такой ритуал именинника. Да? Да. Разрезать где нож у нас? Зачем резать? Мы сейчас его раскроем. И сейчас будет такая да. кульминационный момент. Кульминация. И мы сейчас этим тортиком. Только не весь. Вот такой у нас тортик. Красивый. Да. Это берется просто руками. Да, мы сейчас его. Днем рождения тебя. Happy birthday to you. Happy birthday. Все, все. И в ротик. У меня такого дня рождения еще никогда не было. Вот такой у нас смайлик. Благодарю. Дорогая, днем рождения. Ура! Благодарю! Благодарю вас. Вот такой у нас день рождения. Да. Супер. Все, да? Все, теперь можно здесь присаживайся, Олег. Теперь можно попробовать. Угоститься? Вкусно? Прямо руками, да? Окей. Окей. Го. Пробуй. Кам. Бёздэй. Пробуйте. Ми, то есть. Да. По кусочку на травке и пойдем туда. Да, вот так вот сейчас я тебя засниму. Давай с кусочком. Съешь шоколадку, скушайте вдвоем. Да. Вот здесь вот у нас смайлик такой. Мы празднуем день рождения дорогой Галины. Это бёздэй. Данилат. Happy birthday. Тут меня поздравляют тоже. Галина вот с тортиком у нас сегодня, со смайлом. Красота. Вот и Олег у нас сейчас будет пробовать тортик. Да. Мы прям это делаем. Руками. Да, пробуем вот так. Что там внутри вообще? Ой, вкуснятина. Красота. А я какая сейчас уже поздравленная. А чем вкусный торт? Вкусный. Очень вкусный торт. Правда, у меня руки грязные. Да ничего страшного. А мы там облизывать не будем, вот так вот сверху? Да. Шоколадки скушайте. Давай. Плиз. Угостит? Да. Отрежьте.
Давай отрежем. Давай. Сейчас, сейчас. No, please, 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 please. One minute, one minute. One minute. Давай. А куда? Давай, 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 давай. Please, please, please. Вообще надо больше, наверное, раздавать. Можно вот на этой. Да, да, да. А вот сюда им. Прям как. Давай. Давай половину им туда. Да, да, по кусочкам вот так разложим. Сейчас, нет. Вообще день рождения, продолжение. Целый день каких-то сюрпризов, неожиданностей, потому что нас сюда пропустили, ну, буквально вот на две в виде минуточки. Исключения. Действительно, чудеса бывают, и день рождения исполняется все, что ты желание. Хочешь, да. И мы как раз вот это хотели. Все. Еще, там сколько их человек? Их много. Там 60, еще, давай, давай, еще. Нам мы все равно не съедим все, да? Три кусочка нам оставь, остальное давай туда. Все. Вот. Ну, давай еще, чтобы полное было. Индусы же любят вообще. Пошли. Да. Чи бёзды, бёзды. Бёзды. Без угощения. Да, поставим. А я оставляю здесь. Всем all. Окей? Даньяват. 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 Он такой сдержанный. Он сдержан, да. Он сдержан был в эмоциях. Ну все, нам теперь... Тянет салфеток. А у меня где есть салфетки? Да, где-то? Да, молодец, Оксана. Я бы все-таки не пошла. Ай, я же, видишь, приверженец законов. Да? Мне больше как-то нравится более такое... Дисциплина. Говорят, нельзя. Ну, я не буду там переть. Я уважаю закон. Но я смотрю на него. Оксана более такая, воздух. Тем более Индия. Вот... Мой воздух. Уболтала. Да, да, уболтала мой воздух. Охрану. Напомню, друзья, что можно подписаться на канал India Magic TV, чтобы не пропустить момента выхода нового фильма. До свидания, до следующего выпуска, до встречи в загадочной и интересной стране в Индии.